Мы продолжаем. Россияне вырвались из плена Северной Кореи и вернулись во Владивосток. Ранее задержанная в КНДР, наша спортивная яхта «Элфин» причалила к российскому берегу. Я напомню, 14 мая в нейтральных водах Японского моря несколько катеров береговой охраны КНДР задержали яхту «Элфин» и отбуксировали ее к северокорейским берегам. Наше судно с 4 членами экипажа в тот момент возвращалось во Владивосток из Пусана после участия в международной регате. По словам старшего помощника капитана Сергея Домовидова, задержание проходило довольно агрессивно, хотя, по словам наших дипломатов, никаких границ российское судно не нарушало. И вот как раз дипломатам и пришлось разбираться в ситуации. Как выяснилось, причиной такого поведения пограничников стало недоразумение. Наших спортсменов приняли за южнокорейских шпионов.